Всем привет! Мы начинаем прямую трансляцию с Красноярска, крупнейшего города Восточной Сибири. В рамках 11-го тура Мелбет первой лиги Енисей на своем поле примет новороссийский Черноморец. Это вторая игра для команды Эдуарда Штейнбрехера на стадионе Центральный в этом сезоне. Помощники на линиях: Евгений Синянский, Ярославль, Андрей Кужелев, Пикалева, резервный арбитр Виктор Синяков, Новосибирск, инспектор Виктор Клепиков, Екатеринбург, делегат Руслан Киселев, Томск. У микрофона основу для вас работает Вадим Азаренко. Всем желаю приятного просмотра. Поехали. Первая атака Черноморца. Сразу берет игру на себя Антон Антонов. Играет во фланг. Здесь оступился игрок Черноморца. И сразу первая атака Енисея. Взорвались трибуны. Повторный темп передачи. Можно пробить. Хорошая позиция. Удар! Гол! Под перекладину. Какой выстрел! 1-0! Вот пас назад. Тоже так ошибся. И в итоге перехват, молниеносное контрнаступление Енисея. И это гол, конечно, который, я абсолютно уверен, есть комментаторское чутье, войдет в топ лучших голов этого тура Мелбет первой лиги. В обороне помогает центрально подающий Енисей. И шикарная контратака Красноярска. Как здорово выходит в атаку Енисей. Удар в дальний. Перекладина. Подбор за Красноярском вторым темпом. Центр передачи. Как здорово! Удар! Фролкин! Опять же, Енисей шикарно играет в переходных фазах. Прошла передача между ног защитнику. И дальше удар внешней стороны стопы. С подкруткой мяч полетел в перекладину. Да, это было очень эффектно. Вот такие результаты. Перевод на левый фланг. Классная атака от Черноморца. Передача Ланин. Рикошет! Удар! И через рикошет мяч улетает за лицевую линию. Какой был момент сейчас. Александр Ломакин, его никто не встречает, включение есть за спиной сейчас. Окладникова, Окладников! Классный перевод на грани офсайда. Здорово мяч обработал первым касанием, вторым пробил и не попал Окладников. И снова шикарный вынос. Ничего себе, какой голешник! Голевая передача Евгения Ставера и Андрея Кладников. Он добился своего. Вы это видели, друзья? Это что за вынос? Богатырский Евгения Ставера. Вы посмотрите, какой вынос. Ну, это просто фантастика. Может быть, помог и ветер, конечно. Но это наигранная комбинация. А Кладников, это невероятно. И как забил Андрей Кладников. Что за мячи, забитые сегодня от Енисея? Мы впервые видели с вами цифры первого тайма. Был ли зацеп? Это пенальти. И было видно, как Виктор Гараев придержал оппонента за футболку. Разбегается Ломакин. Ломакин тащит Фролкин. Удар не сильный получился в самый угол. Получает мяч Иван Маклаков. Маклаков подача в штрафную площадь. Руденко выпрыгнул. Мяч же в руку попал. Да, пенальти, конечно. Это точка. Антон Антонов разбегается. Антон Антонов гол. 2-1. Вместо 0-3 Енисей закладывается на 1-2. Да, мог Енисей в 3 мяча вести. Сейчас преимущество Енисея сокращается. Ломакин, сколько у него сил. Ломакин, настоящая красноярская машина. Подача, Савельев. Ну как ты не попал сейчас, Максим? Очень опасно, выход 1-1. Какая ошибка. И забивает гол. 3-1. Енисей пользуется оплошностью обороны Черноморца. Да, Иван Маклаков. Ну, к Фролкину никаких вопросов. Пустые ворота, уже Глушков мяч отправил. Да, здесь, конечно, исключительно вопросы к левому защитнику Черноморца. Савельев! Вот сейчас шанс, Савельев! И снова не забивает. Штангу пробил Максим. Вот как не везет. Хороший розыгрыш. Саша, о, какой удар, да, Садуев пробил. Шамиль Садуев в дальний угол не попал. Я думаю, что вот сейчас точно будет дан свисток. Да, вот теперь точно Алексей Лопатухин завершает сегодняшний матч победой Енисея со счетом 3-1. Всем большое спасибо болельщикам Енисея. Мои поздравления, а болельщикам Черноморца не расстраиваются. Все еще впереди. Смотрите Мелбет первую лигу, ВК-видео и не только. Всего доброго, пока-пока.